Всем здорово, вы на канале Мистер Рейсер, и сегодня я бы хотел записать видео о том, как устанавливать мод-меню или тренер в GTA 5, потому что в последнее время просьбы все увеличиваются и увеличиваются. Как вы знаете, я делал видео по поводу того, как поставить машину в GTA Online, ну точнее в GTA 5, вот, поставить мод машины. Теперь я хочу рассказать, как поставить тренер, чтобы отспавнить эту машину. То есть я покажу вам несколько тренеров или мод-меню, которые помогут вам либо просто там повеселиться в игре, например, сделать себя бессмертным или там супербег дать, или помогут вам поиграть с установленными машинами, потому что не все тренеры позволяют легко это сделать. Итак, начнем, пожалуй, с того момента, где искать вообще эти моды. Моды можно искать на вот этом вот сайте, я его обязательно оставлю в описании, хороший сайт. Он, я так понимаю, не русский, то есть он зарубежными людьми сделан. Отличный сайт, тут есть куча модов, все удобно. Реально, я не встречал сайта даже близко к этому по его возможностям. Итак, давайте сначала посмотрим, что здесь у нас есть в вкладочке. Здесь, как бы вы видите, много вкладок, но единственное логичное — это скрипт. По факту скрипт — это, ну, моды. Тут они обозначены скрипт, потому что тут, ну, есть одна особенность. Вот. И давайте, что нам нужно сделать. Как вы видите, тут сразу есть кнопочка такая «Тренер». Вы ее нажимаете, и это включается тег. Вот. Но по умолчанию у вас сортируется по самой свежей версии. Чтобы лучший мод выбрать, нужно отсортировать по наибольшему количеству загрузок. Обычно, чем больше загруживаем, тем более загруживаемый мод, тем лучше он. Ну, по крайней мере, он неплохой будет. Итак, как видите, тут куча различных тренеров, которые под лям загрузок и так далее. Вот я, ну, то есть вы берете любой. Я вот этим пользуюсь, потому что он простой. Тут, в принципе, в названии написано. У него куча функций, да, он не имеет какого-то супер дизайна. Да, может быть, в нем нет огроменного количества функций, но я уже просто к нему привык со времен еще GTA 4, потому что он был еще в GTA 4, вот этот мод-тренер. Кто играл в GTA 4 с модами, тот, я думаю, его вспомнит, потому что он был очень популярен. Вот, что значит надо сделать? Вот мы открыли его. Тут, в принципе, кнопочка download, мы ее нажимаем, и еще раз download. У вас все скачивается. А пока что мы возвращаемся и смотрим. Здесь обычно в описании написано обычно, но как вы видите, здесь ничего не написано по поводу того, как его открыть в игре. Это мы, в принципе, с вами сейчас решим, я покажу, где это искать. Вы, значит, открываете. Что дальше надо сделать? Как видите, здесь куча файлов, но на самом деле все эти файлы не нужно копировать. Вы можете, конечно, все скопировать, ничего не произойдет, то есть ни игра не сломается, комп не взорвется. Но работают только два файла, вот эти вот. Эти все остальные, это как бы сам челик добавил, чтобы вы могли прочитать. Тут есть Redmi, который позволяет как раз таки, скорее всего, нам узнать. Ну вот он рассказывает про саму эту менюшку, мод-меню. Кнопок он, наверное, тут опять-таки... А, ну вот, он дал навигация. Написано F3, чтобы открыть меню. Скроллить меню, Num8, это наверх, и Num2 вниз. То есть на Num-паде 8 вверх, 2 вниз. Вот, Activate это 5, Num5. Вот, и получается налево-направо, это в, ну, то есть следующая страница или назад, это Num4, Num6. Вот, Go back to main menu, это Num0. Ну, то есть, по факту, назад. А сбросить — это стереть, backspace. Вот, то есть, в принципе, не такие сложные уж кнопочки, я их вообще сам просто нашел, то есть я даже это не открывал, просто методом тыка. Вот, то есть вы копируете эти два файла, все остальные они не нужны, просто в игру. Вот, смотрите, вы открываете папку с GTA-шкой, здесь у меня куча других файлов, не обращайте на них внимания, вот просто корень. Вы просто берете и сюда скидываете. Запомните, что все файлы с расширением .asi и с теми файлами, которыми они еще идут, там, .ini или какие-нибудь еще, но не txt и docx, то есть они не нужны, они не работают, txt, они не работают, вот и не работает, потому что это специальный файл, который настраивает кнопочки, вот, и все файлы ASCII, они кидаются только в корневую папку, они не кидаются ни в какую другую папку.
Итак, для того, чтобы у вас тренер заработал, на самом деле еще одно важное примечание. Тренер не будет работать без мода. То есть тренер это мод. А что запускает моды, это скрипт-хук и d-input. И по факту он раньше назывался AsiLoader. Вот, значит, вот это тренер. Это еще один тренер. Его просто засовывают насильно, образно говоря, сюда. Потому что вот он, native тренер плюс. Это вот такой тренер, он на самом деле не очень хороший. Я раньше им пользовался, да. Но он на самом деле в последнее время, ну не знаю, он мне не особо нравится. Он, у него там есть некоторые проблемы, поэтому я бы его не использовал. Ну, как хотите, вы можете все сами опробовать. Чтобы у вас заработало все, вам нужно скинуть вот эти два файлика. Опять-таки в корень игры. DLL тоже скидываются в корень игры. Просто скидывайте, заменить. Но, кстати, не все DLL скидываются в корень игры. Я потом сделаю один еще видосик по поводу определенных видов мода. Модов, которые вот с DLL, куда их кидать и так далее. Вот, мы, значит, все скинули, и теперь же можно запускать GTA-шку. Итак, мы, значит, загрузились в игрульку. Что нам нужно сделать? Различные моды активируются на различные клавиши. Я, в принципе, показал, где можно их найти. Либо на сайте, либо уже в самих файлах, которые вам дает разработчик мода вместе с самим модом. Там обычно написано. Если нет, то, в принципе, не так сложно это все понять. Что нужно сделать? Просто есть кнопки, ряд кнопок F1, F12, вы их все можете понажимать. А, скорее, это будут начальные кнопки, там, до F8. Вряд ли они дальше будут, там, F10, F9-F12, вряд ли. Вот, наш тренер активируется на кнопочку F3. Мы его нажимаем, на F4 открывается панель уже модов. Она, по-моему, идет с комьюнити скрипт-хуком. Он вам тоже для установки некоторых модов понадобится. Поэтому не пугайтесь, у вас может открыться еще что-то, но вот главное, поймите, где ваш тренер. Вот, он у меня открывается на F3, навигация на numpad. На numpad, то есть 8 вверх, 4 налево, 6 направо, 2 вниз, 5 enter, 0 назад. Вот, значит, что здесь можно сделать? В настройках тут можно включить, чтобы у вас никогда не было звездочек по лице, убрать их, поставить максимальный уровень. Можно спидометр включить, можно там миллиард всяких функций делать, денег добавить, зафризить игрока, Gravity Gun включить. То есть тут есть даже некоторые моды внутри мода. Так, значит, дальше опции машин. В принципе, тут тоже можете разобраться. Можно сохранить машину, починить машину, включить ей тоже бессмертность. Вот, я люблю пользоваться вот этой штучкой, она прикольная иногда. Engine Torque Multiplier. Это когда увеличивается крутящий момент на определенное количество раз. Вот, вы сюда заходите, и тут можно выбрать 0.4, там, в несколько раз. Включайте просто, у вас машина начинает намного быстрее ехать. То же самое с пауэром, это мощность. То есть прикольно, на самом деле. Тут можно в этой вкладочке третьей, можно отспавнить всяких телохранителей, но я этим сильно не пользовался. Вот это вот самое интересное, это отспавнить машину. Здесь можно отспавнить кучу различных машин. Да, это не самый лучший мод для отспавнивания стоковых машин, потому что я видел моды, в которых есть даже картиночки сразу машин. Здесь вы не узнаете, что это машина, здесь просто все написано. Но зато тут удобно вот что. Внизу Added Vehicles Menu, вы нажимаете сюда, и здесь добавляются все ваши машины, которые вы добавили в аддоне. То есть это работает, они автоматически добавляются. И давайте отспавним, ну, я не знаю, например, S65 MG. Вот, он у нас, в принципе, отспавнился. Так, да, музончик нам надо заблюрить. Вот, то есть, тут, как видите, все просто, налево-направо. Листаете, спавните машину, и она у вас готова. Все, то есть, как правило, в 99% машин добавляются в этот список автоматически. Ой. Так, я где-то по текстурам, мне нужно вылезать. О, вылезли. Ура. Вот мы отспавнили X5. То есть, на самом деле, это вообще не сложно. Просто вот нужно зайти, получается, в Vehicle Spawning. И потом вот сюда, Added Vehicles Menu. Все, вы заходите сюда. И здесь спавните машинку. Кстати, да, вы видите, что у меня куча различных автомобилей. Я их сам вручную делал. Причем, это не только я их добавлял сюда, так я их еще добавил. Так, чел, ты заткнись, пожалуйста. Я не только их добавлял сюда,
ну, то есть в игру. Я их еще добавил в автосалон, вот он вот здесь находится, кто знает, кто пользовался модами, вот этот есть мод, прикольный, Premium Deluxe Motorsport. Он позволяет вам покупать машины. Я еще добавил кучу ограблений, и я в каждой машине прописал цену, вот тут. То есть я 130 машин вручную прописывал цены, ну, то есть экономика и так далее, все дела. То есть это мне понадобилось кучу времени, но я готов вам ее слить, эту сборочку, если вы наберете на это видео, допустим, 500 лайков. Ну вот если вот так будет, тогда я солью эту сборочку, реально, она очень жесткая. Но сразу скажу, если вы хотите, чтобы... Потому что я солью ее, но я ее обновлять не буду. То есть, когда игрушка обновится, я вам не смогу уже ее, ну, предоставить обновленную версию модов, чтобы у вас она работала. Как только когда обновляется, вы уже не можете в нее играть. Вот. Обычно там нужно обновить несколько модов, и тогда все начинает работать. Я, если вы не хотите заморачиваться даже с обновлением модов, я спонсором сделаю просто обновляемую ссылку с вот этим пакетом модов. Так что, кто хочет, то можете спонсировать меня. Я реально буду каждый раз, как только выходит новое какое-то обновление, я просто буду обновлять мод, и вам просто нужно будет перезакачать его заново. Потому что реально, тут машин куча. Ну вот, реально. Это Forza даже, можно сказать, отдыхает. Тут каких только машин нету. Причем все машины качественные. Так что, кто хочет, ребятки, пожалуйста, я как бы предлагаю вам оформить спонсорку. А так, в принципе, если 500 лайков наберется, то я выложу обычную сборочку, просто не обновляемую. То есть, когда моды будут, игрушка будет обновляться, вам нужно будет обновить моды. Вот, значит, это первый был тренер. Давайте я вам сейчас вернемся обратно на рабочий стол и покажу, какие еще есть тренеры более удобные. Итак, здесь есть еще куча различных тренеров, например, меню PC. Вот этот, кстати, популярный тренер, я им тоже пользовался. Неплохой, но я там, по-моему, не нашел, где можно исполнить добавленные машины. Или там была какая-то проблема, не знаю. Вот этим я тоже пользовался, но очень мало. Потому что, ну, какая разница, есть уже вот этот, он мощный. Тут их реально куча, они отличаются по факту только видом. То есть, ну, сильно у них какие-то особенности не отличаются. Вот есть вот этот тренер, который спавнер, он отличается. Потому что он позволяет спавнить только добавленные машины. Ну, то есть аддон машин, которые мы добавляем. Причем, я так понимаю, я не знаю, кстати, будут ли картинки или нет, потому что здесь-то нарисована картинка. Не, мне кажется, не, картинок не будет. Но вот, то есть это удобный тренер для тех, кому не нужна вот эта лишняя всякая фигня по поводу того, как спавнить все-таки машину через этот тренер, куда там идти, там что-то сложно, долго и так далее. Достаточно просто скачать этот тренер, аддон Vehicle Spawner, и поставить его. И он вам позволит спавнить вот как раз таки только добавленные машинки. Ну, не знаю, я им пытался попользоваться, но я тем спавнером лучше пользовался, потому что он, во-первых, проверенный, во-вторых, там еще, если что-то нужно сделать, можно всегда резко подправить. Вот, то есть, в принципе, он удобный. То есть, тут уж вы выбираете сами. Либо Simple Trainer выбираете, хороший универсальный тренер, либо вот этот тренер, вот чисто для машин, если вам не хочется разбираться в этом. Либо меню, если вы не особо спавните вообще машины и не увлекаетесь мододелом, модством, я не знаю, как это называется, GTA-шки. Второе, если вы хотите, чтобы я слил свою сборочку модов, но без ее обновлений, то это я за 500 лайков солью. А если вы хотите вечно обновляемую сборку модов, чтобы при обновлении GTA-шки вам нужно было просто перезакачать моды, то тогда это я сделаю по спонсорке. Да. Так что давайте. Всем спасибо за просмотр. Увидимся еще. Так что оставаемся на связи. Да, оставаемся.